Если вы задаетесь вопросом, как окно могут украсить витраж, есть много дорогих способов это украсить дом с внешней стороны, но это бешеных денег стоит. Если вы хотите бюджетных, то вот, собственно, по контуру всего витража мы вот так поверху весь контур, ну вот их видно, они висят такие вечером, да, вот. И, собственно, расположить так, чтобы вам хватило гирлянды к электричеству. Собственно, вот таким образом украшаем. Нам каждый год очень нравится. Со стороны улицы это выглядит очень красиво. Еще рекомендую. Ну, это и киевские свечи. Вы знаете, чем в них удобство? Сейчас IKEA продают на сетевых площадках. Тем, что вы ее включаете, например, в 5 часов вечера, да, и она каждый день в 5 часов вечера у вас загорается. Она беспроводная на батарейках. Но я вам могу сказать, что каждый Новый год вот мы вставляем новые батарейки, нам их хватает до конца сезона. Вот, их очень хорошо видно со стороны улицы. То есть я их располагаю за цветами. С этой стороны их не видно, но дом как бы очень красиво смотрится со свечами с внешней стороны. Вот, как вариант вам. Вот такой вариант со стороны улицы получается. И свечи вам видно. Но это с внутренней стороны. С наступающим!